Казанском университете продолжает свою работу Международный форум «Ислам в мультикультурном мире», объединивший зарубежных и отечественных ученых, исламоведов, представителей мусульманского сообщества Татарстана и России, органов власти и других. О том, какие вопросы обсуждались, смотрите наш следующий сюжет. В этом году форум отмечает десятилетний юбилей. Мероприятие организовано в смешанном формате – офлайн и онлайн, что позволило объединить представителей из более чем 20 стран. В рамках форума состоялось пленарное заседание в стенах главного здания университета с участием ректора Ильшата Гафурова. Ислам для нашего региона всегда был неотъемлемой частью бытия. Благодаря поддержке руководства страны на территории республики реализуются различные научные и образовательные проекты, в том числе касающиеся возрождения исламских ценностей. С созданием Казанского федерального университета начался новый этап возрождения традиций казанского исламоведения. Институт международных отношений нашего университета превратился в авторитетный научный и образовательный центр ориенталистики. Пленарное заседание состоялось и в Александровском зале на площадке Института международных отношений. Главными темами обсуждения стали ислам в меняющемся мире, в период пандемии, профильное образование и экономическое взаимодействие ислама. Есть поручение президента России Путина, нашего президента Минихана Сабдулевича, активно работает в направлении. Поэтому сейчас, это идет цепочка через студентов. Обучение студентов, контакты. Бизнес начинает через контакты. Без контакта, без доверия не получается бизнес. Поэтому то, что университет делает, и это факультет делает, это институт, это большое дело. Это бурно развивающемся направлении есть опасность новых течений, новых отклонений и так далее. Но для того, чтобы они не разрушали целостность исламского мира, необходимы тоже определенные экономические меры, реформы, без которых успех этого направления, этой религии не будет столь впечатляющим. Главная цель форума – объединить силы ученых-исламоведов, чтобы дать представление широкой общественности о развитии исламского и тюрко-мусульманского мира, традициях мусульман и развитии идеи знаменитых специалистов-международников. И в целом Татарстан – это огромная площадка вот того культурного разнообразия. Это мы видим в тех реальных делах, в населении, ну и даже вот в студентах. По сути, даже Институт международных отношений – это, по сути, центр такого культурного разнообразия. Это как раз говорит о богатстве. Форум «Ислам в мультикультурном мире» завершается 26 декабря. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универньюз.